Тексинская школа номер 2 Булунского района претерпевает трудные времена. Образовательное учреждение не имеет свидетельства права собственности на здание из-за отсутствия правоустанавливающих документов на земельный участок. Земля принадлежит Министерству обороны России. Есть еще ряд других проблем. Подробности у нашего корреспондента. В 2012 году образовательное учреждение оказалось в непростой ситуации. Была расформирована воинская часть номер 45-114. Военнослужащие вместе с семьями покинули поселок. Из 136 детей, обучающихся в школе на тот момент, осталось 64 человека. В течение 2 лет дети продолжали выбывать из образовательного учреждения, так как процесс расформирования воинской части еще продолжался. К тому же ко всем проблемам администрации школы добавилась проблема нехватки педагогов. Предыдущий педагогический коллектив более половины составляли жены военнослужащих. На данный момент образовательное учреждение не имеет свидетельства права собственности на здание из-за отсутствия правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором расположена школа. Нужно сказать, что с 1 января 2017 года нас ожидает переход на новую систему оплаты труда, а именно педагогических работников школы. И я опасаюсь, что очень многие педагоги уйдут со школы, потому что зарплата будет зависеть от количества детей в классе. Нам должно помочь Министерство образования, чтобы сохранить школу, чтобы сохранить педагогический коллектив, чтобы мы вошли снова в этот перечень, малокомплектных школ, и зарплата педагогов осталась на ОСОТе, на отраслевой системе оплаты труда. Коллектив школы надеется на благополучное решение в данной ситуации и сохранению статуса малокомплектной школы. Ольга Григорьева, Валерий Савельев, НВК Саха, Тикси.